О задержании в России агента украинских спецслужб сегодня сообщила Федеральная служба безопасности. По ее данным, гражданин Украины Артем Шестаков работал переводчиком миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Донбассе, на территории самопровозглашенной Луганской республики. Как говорит сам Шестаков, прошлым летом во время поездки в Киев его завербовали сотрудники службы безопасности Украины, по заданию которых он стал собирать в зоне конфликта информацию военного характера. Это сведения о маршрутах техники и личного состава ополченцев, местонахождение командиров, номера машин и телефонов. Как отметили в ФСБ, все это говорит о том, что власти Украины, пытаясь незаконно использовать в своих целях миссию ОБСЕ, игнорируют нормы международного права. Поскольку в России Шестаков не нанес ущерба безопасности, ему позволили вернуться на Украину, но в Россию больше не впустят.